вот эта дама должна была получать лекарство, как оно называется? Сиридит. Сиридит. Вот больше года она его не может получить. Нету в аптеке. Вот очень плохо то, что отдали все льготное лекарство, отдали обеспечивать определенные аптеки. Почему бы не сделать так? Любая аптека отдает, продает, потом город ее компенсирует. Вот, наверное, это было бы правильно. Я бы, вот, например, хотела, чтобы мне мэрия наша или администрация помогли сделать балкон. Я живу одна, вот внуки приехали, и балкон в исторической зоне в нашей мемориальной, я одна его не осилю просто сделать. Может быть, письмо, заявку написать. Попробую. Круто, если бы по новому мосту пустили бы маршрутку к УГТУ, к универу, чтобы можно было проехать как можно быстрее, сократить расстояние от нового города к универу. Мне хотелось бы, чтобы он полюбил наш город как свой, потому что все-таки, когда человек здесь родился и жил, как-то, мне кажется, он больше чувствует, что его жителям нужно. Поэтому я хотела бы, чтобы он стал тоже заинтересованным и почувствовал себя, что он пока хотя бы ульяновец. Актуальный вопрос – это связан с медициной. Когда будет порядок в нашей медицине? Когда можно будет ходить в свою участковую поликлинику, а не в частную? Чтобы город почище был. Сами от нас, от людей много зависит. Я не думаю, что один человек, губернатор, что-то там сможет без нас сделать, без людей.